Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о таком виде лечения, как дистанционная ударно-волновая литрепсия при мочекаменной болезни. Что такое дистанционная ударно-волновая литрепсия? Это неинвазивный метод разрушения конкрементов мочевой системы при помощи ультразвуковых волн направленного действия. Что такое ДУЛ сегодня? Один из комплексных методов лечения или же забвения? По данным статистики, дистанционная ударно-волновая литрепсия занимает до 30% методов выбора при лечении мочекаменной болезни. И это неотъемлемо, поскольку достаточно хорошо зарекомендовавший метод, длительно существующий, и на сегодняшний день аппараты, производимые еще даже ранее, до сих пор работают и выполняют свою функцию. Немножко из истории. В 1980 году впервые немецкие ученые продемонстрировали дистанционную литрепсию на аппарате Дорне, а уже в 1987 году нашими учеными, под руководством Николая Алексеевича Лопаткина и соавторами, было произведено первое дробление дистанционного ударно-волновой литрепсии на аппарате, отечественном аппарате УРАД-П. Кстати, на сегодняшний день этот аппарат до сих пор работает и эффективно справляется с литрепсией конкрементов. Если мы посмотрим на статистику по эффективности лечения мочекаменной болезни и конкрементов до 2 см с эффектом stone-free, то есть с полным удалением, то при дистанционной ударно-волновой литрепсии, если мы возьмем лечение камней конкрементов почки, ДУЛ эффективно в 73-81%. Если мы говорим о мочеточнике, то эффективность дистанционной ударно-волновой литрепсии достигает до 91%. При перкутанной хирургии эффективность stone-free занимает 91%, достигает 91%, при ретроградной хирургии от 79 до 94% эффективности. Ну и при контактной ультралитрепсии достижение эффекта при разрушении конкрементов мочеточника достигает от 94 до 100%. Исходя из этого, можно себе представить, что все методы примерно одинаковые, и дистанционная волновая литрепсия занимает одно из также ведущих методов лечения с хорошей эффективностью. Лечение как конкрементов, дробления конкрементов почки, так и мочеточники. Если мы говорим о выборе методов, конечно же, прежде всего должны быть определенные показания. Показания складываются из многих факторов. Это и наличие аппаратуры, оборудования, любое оборудование, и аппарат дистанционного данного лова литрепсии, и операционное рентгенхирургическое оснащение эндоскопическим инструментарием. Также необходимо учитывать и возможности доктора, врача применить тот или иной метод лечения. То есть его компетенция в этом выборе методов. И если он обладает, если врач обладает методами, всеми методами лечения, то, конечно же, ему несложно выбрать тот или иной метод лечения именно под конкретного пациента. Также при выборе метода учитывается и вид анестезии, и прогнозирование эффективности лечения. То есть для нас самое главное – это полная санация мочеводящей системы от конкрементов и восстановление функции почки с минимальной травматизацией, с минимальным обострением противовоспалительной терапии. Показанием дистанционной ударно-волновой литрепсии является наличием мочеводящих в почках конкрементов от 5 мм до 1,5 см.
наиболее эффективным является именно этот диапазон. Если мы говорим о комплиментах меньше 5 мм, то, как правило, не происходит разрушение комплимента, поскольку это достаточно маленький размер для фокуса, и плотность комплимента не позволяет быть разрушенным. Свыше 1,5 сантиметра это уже возможности осложнений, таких как каменная дорожка, проявление каменной дорожки или же крупная фрагментация комплиментов. Необходимо учитывать возможность визуализации. Обязательно у нас локация ультразвуковая и рентгеналогическое наведение. Ну и также надо учитывать возможность элиминации фрагментов, то есть отсутствие обтурации мочеводящих путей, перегибов, сужения мочеточников и так далее. То есть это надо все хорошо учитывать и обследовать до операционного периода. Из противопоказаний на проведение дистанционного данного волнового эклипсии является, прежде всего, это, конечно, острый воспалительный процесс, требуемый либо проведением лечения, либо дренированием мочеводящих путей. Беременность является противопоказанием, нарушение свертывающей системы крови и проявление менструации. Сердечно-сосудистые заболевания – это в основном аритмии и гипертоническая болезнь, в частности, кризы. Онкологические заболевания мочевой системы также являются противопоказанием проведения дистанционной эклипсии, поскольку ударная волна может вызвать активное кровотечение из опухолевого процесса. Эффективность дистанционного данного волнового эклипсии оценивается по наличию обструкции мочевающих путей. Избыточный вес пациента – это всегда снижение эффективности трипсии, элиминация фрагментов, поскольку данная волна имеет сопротивление при проведении. Плотность комплимента также является эффективностью при дроблении. Допустим, оптимальная плотность комплимента должна быть от 700 до 1800 единиц по Хаусфильту, допустим, ниже 700 единиц, как правило, комплименты не разрушаются, поскольку это мягкая структура, и ультразвуковые волны просто проходят через эту структуру, не повреждая и не разрушая комплимент. Свыше 1800-1900 плотности, также снижается эффективность литрепсии, поскольку очень большая, высокая плотность комплимента, и разрушение его возможно только лишь при значительных увеличении мощности аппарата, что является травматичным фактором для ткани почки или же мочеточника. Также наличие инфекции в мочеводящих путях является снижением эффективности при дроблении комплиментов и их выведения. Ну и химический состав камня также является основополагающим для эффективности при дроблении камня. Дистанционная эклипсия может быть проведена как в монотерапии, так и в комбинированном лечении после перкутанной хирургии, ретроградной хирургии, после контактных эклипсий или же сочетания. Дистанционная ударная волновая эклипсия может быть проведена как экстренным показанием, и где проводятся только лишь рутинные метаисследования. Также и в плановом. Ну, в плановом состоянии мы можем провести полноценное обследование для выбора именно этого метода лечения для пациента. Какие особенности возникают при амбулаторном лечении методом дистанционной ударной волновой эклипсии? Да, этот метод возможен в проведении амбулаторно, но возникает опасность различных рода осложнений вне зоны доступа к лечебным учреждениям, в частности, это почечная колика при элиминации фрагментов, активизация активности воспалительного процесса и так далее. Также затрудняет проведение контрольных исследований, поскольку это многоэтапное лечение и требует
проведение контрольных исследований не только сразу после эритропсии, но и через какое-то время. То есть доступность именно к этому лечебному учреждению необходима пациента для именно при амбулаторном этапе выбора метода. Какие методы исследования существуют для при лечении методом ударного лавовой эритропсии мочекаменной болезни? Все рутинные методы, как уже говорилось раньше, и ультразвуковые исследования, и комбитомография с созданием даже трехмерного и виртуального изображения для получения полных сведений о структуре и плотности конкремента, а также наличие обструкции мочеводящих путей в мочеточнике. Таким образом, дистанционно ударного лавовой эритропсии – это метод выбора лечения различных форм уролитиаза при отсутствии противопоказаний. И доля этого метода лечения, как я уже говорил ранее, занимает до 30% всех методов. Генерация ударных волн. Существует несколько генераций. Это электрогидравлическая, электромагнитная, пьезокерамическая. Разница в этой генерации примерно одинаковая. Скажем так, более доступным на сегодняшний день является электромагнитная и пьезокерамическая генерация ударных волн. Необходимо для эффективности лечения необходимо знать определенные параметры, физические параметры установки. Не существует такое понятие, как фокусное расстояние. Фокусное расстояние определяется от точки эллипса до фокусного пятна. Сам фокус имеет определенное расстояние. Он может быть в виде конуса и изменяться в зависимости от уровня давления. Может быть измененным или же постоянным. Есть фокусная площадь от 5 мм до 1,5 см. Таким образом, если не имеется несколько уровней фокусов, то, естественно, можно подобрать для лечения того или иного размера конкремента в его плотности. Допустим, не имеет смысла проводить литрепсию при фокусе 1,5 см, а на камень 5 мм. Какие подводные камни существуют при дистанционном данном валовой литрепсии? Но прежде всего разберем нефролитрепсию. Во-первых, это большая вероятность развития осложнений, в частности, обтурационного характера при размерах конкремента свыше 2 см. Также увеличение повреждающего действия ударной волны при повторных и множественных сеансах. Образование гематом. На сегодняшний день процент их составляет от 3 до 23%. И зависит от уровня мощности, частоты, количества импульсов. Также необходимо учесть и прогноз элиминации фрагментов и возможное образование протяженных каменных дорожек при разрушении камня больших размеров. Если мы говорим о подводных камнях при уротерритрепсии, то это снижение эффективности разрушения элиминации фрагментов при крупной и длительной стоящих конкрементах и у лиц пожилого возраста, где перистатическая волна, скажем так, неактивна, и элиминация фрагмента происходит достаточно тяжело. При короловидном нефролитиазе также используется этот метод, достаточно редко, но используется в некоторых случаях. Что нужно учитывать? Достаточно большое количество осложнений и увеличение сроков госпитализации, связанных именно с повреждающим действием ударной волны при множественных сеансах и элиминации фрагментов. Длительная нетрудоспособность, реабилитация связана с возможным дренированием мочеводящих путей. При проведении любого вида лечения мочекаменной болезни необходимо все-таки учесть лекарственную метафилактику
и проведение в предоперационном, послеоперационном периоде лекарственной терапии. Связано, направлено не только на снижение воспалительного характера заболевания, но и последующей элиминации фрагментов и метафилактики рецидивных камнеобразований. На сегодняшний день при исследовании в предоперационном периоде необходимо выяснить выявление признаков обтурации, нарастающая ретенция мочеводящей системы, болевой симптом. Применяем препараты для профилактики и лечения, противовоспалительное лечение, различные антибактериальные препараты, уросептики. Также необходимо подбор диеты, основываясь на составе камня в послеоперационном периоде, и изменение образа жизни для профилактики рецидива камнеобразования. Если мы говорим о технологических инновациях, какие на сегодняшний день технологические инновации возможны при дистанционной эпилепсии? Прежде всего, оборудование должно быть мобильным. Это мобильная система. Полная комплектация систем связана с ультразвуковым наведением и рентгенологическим наведением. То есть, должно быть и ультразвуковой сканер экспертного класса, и хорошая современная цифровая рентгеновская система визуализации. И, что немаловажно, необходимо иметь стол-трансформер с возможностью комбинированного лечения. Вот такой, скажем так, такие должны быть на сегодняшний день инновации при закупке аппарата для дистанционного данного волновой эпилепсии. Возможность фокусировки модуля на спине и на животе, то есть, как я говорил, стол-трансформер и модуль достаточно должен быть мобильным. Необходимо увеличение глубины проникновения ударной волны именно для тучных пациентов, то есть вариабельный фокус или фокусное расстояние, которое должно быть около 120 до 240 мм. И также на сегодняшний день уже разрабатывается фиксирующий фокус, где уже не надо подбирать, скажем так, фокусное модули фокусного для фокусного расстояния и фокусного площади, есть и фиксирующий фокус, который позволяет уже подбирать под тот или иной вид размеров инструмента. Также технологические инновации входят и в лечение вариабельности частоты импульса от 60 до 150 импульсов в минуту и увеличение ресурсов ударного модуля. Как я говорил уже ранее, этот комплекс должен быть многофункциональным для выполнения любых видов эндохирургических вмешательств. На данном слайде показаны схематические возможности использования данного аппарата в любых спектрах. Это и в отношении выполнения любых вмешательств, любых осмотров, проведение эпилепсии как на животе, так и на спине, ну и даже проведение перкутанных вмешательств. Рентгенологическая локация необходима сочетание и ультразвуковой, и рентгенологической локации для точного наведения на камень и возможности более эффективного проведения литотрепсии. Ну и эффективность литотрепсии зависит, как я говорил ранее, и от размеров контримента, от степени дилатации мочеводящих путей, от плотности контримента, которые позволяют при том или ином выборе метода лечения позволять эффективно использовать данный вид лечения для элиминации, для разрушения и элиминации фрагментов. И желательно, чтобы этот метод лечения был однократным, то есть проведение одного сеанса достаточно было для разрушения контримента и его быстрой элиминации из мочеводящих путей. Благодарю за внимание.